Привет, любимые, это Акстар. И вместо того, чтобы сделать рекламу в начале этого видео, я хочу просто поговорить с вами. Я действительно люблю свою аудиторию и считаю ее самой лучшей на ютубе, поэтому я сделал именно такое обращение в начале видео. Привет, любимые, это Акстар. Спасибо, что вы есть, но если хочешь присоединиться к нам, к нашей семье, то делай красной кнопки подписки серой. Короче, подпишись на канал, а также я хочу попросить тебя поставить лайк. Если наберется 20 тысяч лайков, мне будет безумно приятно. И я займусь съемкой следующей части чат-рулетки. Это очень больно и сложно. Ну а сейчас я буду страдать несколько часов в чат-рулетке, чтобы получилось коротенькое видео для вас. Ну хватит сверлить! Привет! Привет! Чем занимаешься? Сижу. Логично. Ты на гитаре можешь играть? Логично. Прикольно. Давай, ебни-ка что-нибудь там. Тун-тун-тун-тун. Здорово. Привет. Че, играть будешь? Этого, знаешь? Так. Габка-боб! Да. Здравствуйте. Добрый вечер. Знаете Цоя? Лично нет. Что ты не мой лапушок, а я не твой Андрейка. Что у любви у нашей села батарейка. Ясно. Пошел я нахуй. А ты умеешь что-нибудь вообще сам на... Чё, гитару держишь-то? Да нет, я только это... Третий день пока что учусь. Чё я умею пока что? А умеешь зажимать? Баре? А баре вообще зажимаешь? А АМ как-то... Сейчас... Ну пока не получается. Это F, да? Да, это F. Офигеть, братан! Привет. Почему ты шепчешь? Скажи привет. Понял, понял. Это... Что тебе сыграть? Ты чё, дурак? Интересное у нас. Это что у нас такое опять интересное? Привет. Привет. Ты поешь? Могу. Спой что-нибудь. Песен еще не написанных сколько? Скажи, кукушка, пропой. В городе мне жить или на выселках, камнем лежать или гореть звездой. Звездой. Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. И если есть порох, дай огня. Вот так. Очень классно вообще. Да. Ну раз уж ты держишь гитару, сыграй. Там вот море в ванну налил, типа того. Да-да-да. Море в ванну налил. И узнал... О, приятного ремонта! Здорово! Давайте что-нибудь сыграю, чтобы вам было веселее.
вам мешать. Что? Не буду вам мешать. Нет, нет, нет. Нет, так нет. Блин, классно вообще, за счет. Мне понравилось, блин. Долго учился? 8 лет. Многовато. Ну, тяжело. О, привет. Сыграй, пожалуйста, что-нибудь. Привет. Ну. Классно. Слушай, а можешь рассказать, как научиться играть на гитаре? 8 лет музыкальной школы. Не, и... это долго, ты чё? Есть так, чтобы бесплатно, самому и дома. Не, ты чё гонишь? Хотя, слушай, знаю, есть, короче, такое приложение, называется Timbro. Вот. В этом приложении ты можешь научиться играть на гитаре самостоятельно, дома и бесплатно. Тебе будет показывать, как правильно играть, какие лады зажимать. Давай я тебе сейчас это покажу. Ну вот, например, нажимаем песни. Мелодия из Тетриса, сейчас тебе покажу. Количество различных песен, упражнений. В общем, если ты хочешь научиться реально бесплатно и дома, приложение Timbro специально для тебя. А ссылочка на ютубе найдешь, в общем, чат рулетка, там Акстар, вот там ссылочка найдешь, там видосик будет с тобой. Вот там есть по ссылочке в описании, перейдешь, все, скачаешь Timbro, будешь круто играть на гитаре, учиться. Все, давай. Спасибо, спасибо. А то какие-то додики попадаются, в том числе и ты. Ладно. Короткая, что-то сыграешь, что-то еще короткая. Прикольно, все, спасибо. Я знаю тебя. А как меня зовут? Василий. Василий, я не Василий. А как? Меня зовут Марк. Марк? Да. А. Понял. Фамилия Марк Марковников. Серьезно? Да ты ебать его в рот, нахуй, вообще похуй. Согласен. А отчество как? Я ему ебало набью этому гадону. Что случилось, кому? Да там есть чертила один ебать. Короче, типа, ну блядь, хуй по ебальнику не можешь не надавать. Он, короче, в отместку там мои номера регистрирует, дед, и мне смс-ки приходят. Я ему говорю, ай да, раз на раз выйдем, отскочим, побормочим, полопочим, за тоси-боси, за кашу ману, за жизнь гуманную, про бродяг, что на воле, да и за тоси, за все остальное, короче, за всю суету, и, блядь, кидал ему тот хрюму, дальше больше, шире, глубже, короче, и на очко присел. Ладно, давай, братан, короче, целоваться не будем, удачи тебе. Давай. Некроплённую колоду. Ну-ка, давай что-нибудь ебанько. Здравствуй, небо в облаках. Здравствуй, юность в облаках. Пропади, моя доска. Вот он я, привет, войска. Эх, рельсы поезда. Чё-то там. Чё, откуда будешь сам? Я Санкт-Петербург. Меня переключили. Здорово, что делаешь? Понятно. Я тебя знаю, чувак. Чё? Я тебя знаю. Я тебя тоже. Ты пидор. Не очень-то вежливо. Играть у тебя прям прекрасно получается. Привет. Давай играй. Я слушаю тебя. Я что буду играть? Петь. Давай, пой. Что хочешь петь? Давай батарейку споешь.
Все, давай. Мне что-то подсказывает, что нас наебали. Здорово. Часто вот шутят про четыре глаза? Про четыре глаза, не знаю, я как бы... Я как бы не слепой, я просто это... Долбоёб. Макс Корж. А, могу из Макса Коржа шантаж. Шантаж, ну шантаж давай. Это херня. Не, это херня. О, несложно, кстати, выучить. Фингерстайл несложно? Дождь очень так. А, стой, можно, ну, братан, я к тебе обращусь за помощью. У тебя есть Сбер онлайн? Если б не жалко, можешь мне сотку перекинуть? Почему нет? Почему нет? Ну почему не? Я забыла, кто это пел, я помню, теперь не знаю. Это вахтёром. О, нифига, подожди. Ждал. А, я просто не подумал, чего ждать-то. Это... Ну, вот, в принципе, могу что-нибудь сыграть. Заебись, давай, херач. Обычно всем в голову приходит, знаешь, ты что-нибудь из Нирваны сыграть. Не, не обязательно. Ну я понял. Это, блядь. Да, самое очевидное. Знаешь? Да. Заебись. Просто надо с двух ног заходить. Ну, то есть, если ты видишь, обычно тут даже по лицам видно, с кем можно поговорить, а с кем нет. Ну, то есть, над кем можно поугарать. Просто, знаешь, ты начни с того, чтобы начни играть на гитаре и говори «Привет, пёс», типа. Ну, и дальше что-нибудь такое. «Я тебя не слышу, пернатый, к сожалению». Или «Что ты пропердел? Я тебя не услышал». Попробуй, попробуй. Нихуя не понял. Ну, очень интересно. Так. Ну что, опять? Чего угораешь? Я тут на все вержу. Что? Привет. Привет. Хочешь, я тебе сыграю что-нибудь? Давай. Что-нибудь красивое, грустное или веселое? Не знаю, на твое усмотрение. Все. Я надеюсь, тебе понравилось это видео. Если так, поставь лайк обязательно. Присоединяйся к нашей семье, подписывайся на канал, оставляй комментарий, поставь колокольчик, чтобы не пропустить новые крутые видео. На этом все. Это был Акстар.